Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. АвтоВАЗ отзывает почти 600 внедорожников «Лада Нива Тревел», которые были выпущены в 2021 и 2022 годах. Со списком ВИН-кодов можно ознакомиться на сайте Росстандарта. Причиной объявления сервисной компании называются «вероятные проблемы с генератором». Плюсовой контакт там может быстро износиться. Ремонт или замена должны быть бесплатными. В конце календарной зимы тольяттинское предприятие отзывало почти 10 тысяч «Лады X-Ray» из-за подозрений на некачественную сборку усилителей рулевого управления. Трасса 101. В Госдуме отреагировали на признание электрических самокатов транспортными средствами. Такое решение днем ранее вынес Верховный суд. По словам одного из депутатов, теперь надо придумать систему штрафов для водителей электросамокатов. Так и хочется воскликнуть: надо мыслить шире, господа парламентарии. Раз самокат теперь транспорт, то надо и права получать, и государственные регистрационные знаки, и технический осмотр проходить, и оформлять ОСАГО и так далее. Кстати, по данным популярных российских онлайн-магазинов, спрос на электросамокаты в начале этого года вырос в несколько раз. Трасса 101. Наступивший апрель принес и еще принесет новшества, связанные с автомобилями. Во-первых, с 1 числа изменен порядок применения коэффициента бонус-малус при оформлении ОСАГО. Страховщики говорят, что в результате законопослушные водители будут платить за автогражданку меньше, а лихачи – больше. Во-вторых, скоро должен появиться новый справочник запчастей для расчета стоимости ремонта авто в рамках ОСАГО и КАСКО. Там учтут подорожание комплектующих. Наконец, на днях вступит в силу объявленный Японией запрет на поставку в нашу страну машин дороже почти 50 тысяч долларов. Трасса 101. А китайские автопроизводители начали осторожно говорить о своем будущем в нашей стране. Great Wall объявил о том, что не собирается покидать российский рынок. Не уйдет он, не уйдет и его дочерняя марка Havail. В последнее время она пользовалась повышенным спросом. Машины, конечно, подорожали. С официального сайта Havail пару недель назад исчезли стартовые ценники. Кстати, по данным агентства «Автостат», самым распространенным в России автомобильным брендом из Поднебесной сейчас является «Черри». Далее идут «Лифан» и «Джили». Трасса 101. Японская компания Шои выпустила мотоциклетный шлем, который по функционалу напоминает шлем главного героя фильма «Железный человек». На экране перед пользователем транслируется различная информация. Это может быть карта местности или список контактов в смартфоне. Собственно, смартфон должен находиться рядом. Данные с него передаются посредством Bluetooth. Кроме того, шлем оснащен громкоговорителем и микрофоном. Официальная стоимость новинки не раскрывается. Есть предположение, что это будет сумма, эквивалентная 100 тысячам рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».